Здравствуйте, дорогие уважаемые наши зрители! В эфире вновь «Градиент». Спустя уже столько времени перерыва в своем четвертом сезоне начинает свое такое замечательное шествие по нашему интернет-телевидению. Ну, почему, во-первых, вы скажете: «Ох, наконец-то такие...» Ну и мысли спутались. Наконец-таки, во время казанских каких-то шествий вы все ждали-ждали «Градиент», но его не было. Ну, дождались, сентябрь. 5 сентября, 20:00. Градиент вашим услугам. Но хочу сразу сказать первое. Мы сейчас находимся не в прямом эфире. Дело в том, что какие-то дядечки замечательные, большие, хорошие, нашли на Ютубе, видимо, какой-то запрещенный контент. Я не знаю, сам лично его не видел, но факт есть факт. Его нашли и внесли в замечательный реестр каких-то там. Я не помню каких, но несли его в реестр экстремистских сайтов. Весь YouTube причем. Весь. Не только какой-то ролик, но причем весь YouTube. В итоге я не могу ни смотреть ютубовские трансляции, ни их стримить. В общем, ужас, полный ужас. Что я могу сказать? Поэтому приходится в записи. Вот такие дела, и сколько это повторится, надеюсь, что на следующей неделе уже смогу выйти к вам в прямом эфире, и YouTube больше подобного не повторит. Но, несмотря на то, что мы сегодня выходим в записи, и все такие: «Да, ну все, запись, это уже не интересно». Нет, записи у нас всегда интересны, и нам всегда есть, что вас порадовать. Я могу вначале сказать, что старт микс удался. Первая программа была прекрасная. Эрику и Виктору мои аплодисменты. Сделали все отлично, в таком хорошем темпе, в хорошем настроении. Все сделали и аудиторию свою поймали. Я надеюсь, что микс потихоньку раскачаются. Вы увидите все часы, все межпрограммки, все заставки. Почему бы и нет? Вы заслуживаете это. Я точно вам скажу. И все-таки сегодня, господа, несмотря на то, что у нас сегодня запись, все-таки вместе с нами, в нашем замечательном градиенте, наш приглашенный гость. Да-да, господа, это действительно Михаил Сергеевич Шибанков. Здравствуйте! Добрый день, вечер, утро, Да, ночь. все-таки вечер, Кого да. как. Но мы не в США находимся, поэтому что уж тут говорить, у нас все-таки вечер будет. Причем вечер очень интересный, потому что, как вы знаете, вопросы там оставлено очень много, их очень много, сразу скажу. Ну, какие-то из них вполне такие нейтральные, как, например, от Виктора насчет спорта, насчет этих, я все об этом спрошу. Но самое горяченькое, я думаю, оставим на потом, что-нибудь такое, эдакое. Но начать я, кстати, хочу с вопросов, которые задавали в свое время пользователи, не зная того, кто будет героем первого градиента. Да, я где-то с 3 недели назад задал такой вопрос. Ну, может быть, кто-то отгадает гости первого градиента или нет. Я, честно говоря, никто не отгадал. Но вопросов этому воображаемому гостю задали множество. Причем не все, конечно, из них понятны будут вообще, но некоторые, я думаю, стоит посмотреть. Ну и первый вопрос, наверное, все-таки от Виктора Шароватова будет. И первый вопрос вот такой: занимаешься ли ты спортом? Если да, то каким? Пардон, не отходил. Да, да. А, ну, спортом в детстве я ходил в секцию самбо. Было такое дело, мне было, по-моему, 6 лет, если я не ошибаюсь. Насколько я помню, он потом развалился из-за того, что школа, это было при школе, а потом, к сожалению, бюджет на разные кружки, секции там всякие, ну, внеклассные мероприятия, собрания отменили и прекратились мои посещения. Особо я так спортом не занимаюсь. Ну, летом могу себе 2 месяца уделить, ну, сходить в какой-нибудь
не знаю, фитнес-центр. Ну, там, я не знаю, подкачать, я не знаю, пресс, как-то какие-то там гантели подтянуть, ну, на всяких тренажерах, беговая дорожка, то есть просто как бы держать себя в форме. Ну, особо спортом не занимаюсь, ну, в детстве, опять же, там, я думаю, как и все, с друзьями во дворе гонял футбол, летом это велосипед, опять же, зимой лыжи, коньки, кататься умею. А в лыжах каких-то рекордов не было? Топ? Нет, ходил я еще на... Как-то у меня так вот получилось, попал чисто случайно на, как это же называется-то? Ну, Лыжня России, может быть? нет, даже не с лыжами связано, а с коньками. То есть бег на дистанции на коньках. И я занял второе место. У меня есть диплом. Да. Ну, это как какой-то был там праздник, мероприятие, по-моему, даже открытие в Рязани Ледового дворца. И так это получилось. Предложили опробовать лед, и второе место, сам удивился. Да, это интересно. Так что Виктор может быть спокойным, что среди зрителей, среди участников, которые приходят иногда на микс, все-таки спортивные достижения тоже имеют весомую часть. Вот. Интересный вопрос от Алексея Горбулева, который еще не знал о том, кто будет гость. Как вы попали в интернет-телевидение? Такой простой, но не Ну, тривиальный. давайте вернемся в далекий 2007 год, когда при моей школе было, предполагалось основать какое-то телевидение. К сожалению, его так и не сделали. С детства я увлекался телевидением, но появились, возможности в интернете в 2008 году. Сначала открылась радиошкола, потом телешколы, все, наверное, это знают прекрасно. В 2008 радиошкола, в 2009 телешкола. Как я пришел, попал, не знаю, набрел на какой-то сайт, там, Блок ТВ, насколько я знаю, назывался. А, нет, я, кажется, вспомнил. Была реклама, тогда еще все сидели в Аське, и в стандартном клиенте Клиенте была была реклама реклама Блок Блок ТВ, то ТВ, есть это ICQ, реклама. Я Я решил решил там там зарегистрироваться. зарегистрироваться. Там были Были онлайн-вещания онлайн-вещания каналов, каналов каких-то каких-то CNN, CNN, даже, даже по-моему, по-моему, Rush Rush Today, Today, если не изменяет память. Ну, ну, по-моему, по-моему, Первый первый канал. канал. И И я я решил решил создать создать типа типа онлайн-вещание. онлайн-вещание. Так Получилось, получилось, создал создал телешколу. телешколу. То есть именно не на Рутьюбе начался интернет Нет, нет, нет. Потом телевидение. уже Рутьюб. Потом уже Рутьюб, ЯТВ. Ну вот мы знаем, Чаш что Тойм. да, Рутьюб как бы уже отстал от вещей. Вот Блок ТВ, интересно, до сих пор он? Нет, к сожалению, на его месте какой-то совсем другой сервис. А, там только по инвайтам. И он уже какой-то американский стал. То есть русский язык уже не поддерживает, к сожалению. Тогда была поддержка. Помню, был администратор сама из Израиля. С ней общался. Как-то продвигать канал все-таки надо было. А, вот она администрировала, по-моему, Юлия ее звали, она администрировала российскую именно сеть Блок ТВ. Много там было онлайн-трансляций обычных людей. Помню, там были программы Эдуарда Лимонова, всем известного, но он уже, кстати, не оппозиционер, этому уже к политике чуть Просто позже. общественный деятель. Да, общественный деятель. Вот недавно был митинг стратегии, вот «Другая Россия», стратегия там 31, все такое. Их впервые, наверное, за все время существования не разгоняли. Почему? Потому что они поддерживали Путина и поддерживали ДНР, ЛНР, Новороссию, то есть гуманитарную помощь собирали. Вот так вот. То есть даже Лимонов в свое время был пионером интернет-телевидения. Да, он там выпускал свои программы, был еще какой-то там доктор из Новосибирска, рассказывал про какие-то там заболевания. Помню, иногда можно было
прийти посмотреть. И всем известный колдун Кулебякин, который после вместе со мной перекочевал на ЯТВ. После закрытия сервиса. А вот какой-то вот из каналов, он, по-моему, давненько уже появился, Синтез, там не вещал случай? Нет, 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 Синтез появился, он назывался СИС. Да. А много на нем было пародий разных, фейлов в эфире. Потому что, насколько я помню, у него там были какие-то друзья с ЯТВ, они его выдавали и в трусах, и там. Да. И что-то он там со своей мамой ругался. Насколько я знаю, он из Украины, Белая Церковь, город. СИС появился в 2010 году. Нет, на Блок ТВ его не было. Колдун Кулебякин тот еще был. То в 2007-2008. Нет, СИС появился позже. Хорошо. Следующий вопрос у нас от Данила Аниши. Ну и первым делом, чтобы задавать вопросы, я все-таки поинтересуюсь. Знаете, собственно, знаете ли вы Дмитрия Мачарадзе? Кто это такой? Ой, ну, в принципе, где-то так краем уха слышал, что там какой-то CTV, что-то Грузия, что-то такое. Ну, прав я или не прав? Да, да, это действительно администратор CTV, который в свое время, ну, достаточно нашумевшую вообще в кругах шоу «Талантливый» выпустил, где там полная пародия на Евровидение с какими-то таймлапсами, скачущим братом Мачарадзе. В общем, там было весело еще так. Так вот, вопрос от Данила Анишина такой. А почему Мачарадзе, собственно говоря, не слушает о критике? Ну, вообще, что наверное, не слушает? Не слушает критику, не любит ее. Ну, откуда я знаю? Ну, я, да, вот я, к сожалению, не знаком с никаким Мачарадзе. Или как там, не хочу никого обидеть, если неправильно произнес фамилию. Ну, я, наверное, не знаю, критику на самом деле много людей в сфере интернет-телевидения не любят. Почему? Потому что тот человек, кого критикуют, он считает иначе. Это абсолютно нормально. Конечно же, к критике прислушиваться надо, если она обоснована какими-то фактами, прикрепленными там медиа какими-то файлами. То есть вот тут вот ты оговорился, вот тут у тебя что-то там произошло, здесь не так, здесь не то. В случае с каналом «Цифра», ТВС такого не было, просто были какие-то, ну, сами понимаете, от людей, не от всех, конечно же, а от определенной группы людей шел какой-то негатив, непонятная вообще абсолютно критика. Но об этом, я думаю, мы попозже поговорим. На вопрос, я думаю, ответил. Не знаю, Дмитрий. Ну, ну шоу, что, да, что, действительно. Ну, это да, в вопросах нужно делать такую оценку, что никто не знает, что за гость будет. Поэтому задавали различные рандомные вопросы, чего я и добивался. Как раз вот такими необычными вопросами немного скрасить и потом острость и всяких остальных вопросов, которые задают специально. Вот, например, вопрос от Никиты Мартынова. Какая самая любимая кухня? Кухня, какая любимая. Трудно здесь что-то сказать, всего понемногу. Не знаю, вот сейчас вот последнее время приходишь в какой-нибудь гипермаркет, ну там, понимаете, там салаты всякие, там какие-то, что-то там, не знаю, испекли там. Вот, например, ну, там какие-нибудь котлеты, сами понимаете, сейчас вот много всего развелось в гипермаркетах, магазинах. Ну, не знаю. Я не то, что там любитель, конечно, поесть вот этот всякой уже приготовленной заранее еды. И не любитель, кстати, фастфудов. Ну, не знаю, вот опять же, всего понемногу. Вот раньше я любил, например, котлеты по-киевски. Сейчас их нигде, к сожалению, нет. Неужели санкции? С последними событиями. Вот, пришлось брать, вот, например, в магазине, что ж там было-то? Мясо по-гомельски. Это вот что я последнее делал. Ну, люблю поесть, например, суши. Не знаю, какие-то еще там из этой вот части. Ой. Ну, а так...
Почему бы не поесть какого-нибудь? Ну вот, например, люблю суп харчо, это уже кавказская кухня. То есть, знаете, смешанный такой вот у меня рацион питания. Конечно, не каждый день я это ем, может быть, раз в неделю, бывает раз в месяц. А так, в принципе, да все мне, в принципе, нравится. Кухня всякая важна. Да. Всякая разная кухня. Окей. Ну, вопрос с Тамили Гайнулиным, мастурбируешь ли ты руками, я, пожалуй, пропущу. Поэтому следующий вопрос. Замечательный вопрос. Да, замечательно. Ну, Рамиль у нас любит такие вопросы задавать. Понятно. Дмитрий Трофимов. С ним не знакомый такого да. человека тоже. Ну, вот теперь, а вот теперь знакомый вам достаточно Дмитрий Трофимов. И он задает вопрос, какие впечатления у вас от сходки микса в Казани? Ну, вообще, следили ли за этой сходкой? Так, сходка в Казани. Что-то я где-то там, да, видел Эрика. Что-то где-то такие фотки пробегали. Ничего много про это сказать не могу. Ну, почему бы и нет? Люди, вот, например, все мы много друг с другом общаемся в интернете. А почему бы не встретиться в реальности? Вот, например, я уверен, вот, если бы, например, со мной встретились люди, они бы обо мне иначе сказали, иначе бы говорили в интернете. Когда видишь глазами, общаешься, вот он, человек перед тобой стоит, совсем другие вообще отношения к нему, какие-то там, не знаю, впечатления, так ведь, встретились, ну и хорошо, почему бы и не. Ну, я к этому вообще, к встречам положительно отношусь. Вот, ну, бывают разные ситуации, например, в ближайшее время, в эти выходные, на день города Москва, меня пригласили мои друзья и подруги. Вот я буду в первый раз встречаться с Даней Габдулиным, с Артемом Гольцовым, с Антоном Васильевым. То есть это можно как-то назвать как сходка цифр, мини-сходка такая. Да, мини-сходка, потому что не со всеми удастся встретиться, так как, например, Сергей Медведский в армии, но в скором времени его переведут в Москву, у него там будет свободный как бы, график, то есть мы сможем с ним встречаться и итоги вернуться в эфир, что немаловажно. Сергеем Медведским. Вот это поворот, конечно. Это поворот. Что это плюс. Да, с Сергеем мы встречались не раз. С Григорием Оганезовым мы тоже встречались. Ну что, у меня от них только хорошие впечатления, хорошие люди, хорошие друзья. Думаю, будем дружить очень долго. Ну, почему бы и нет? Действительно, сходки интересно, как я сам побывал на сходке этой миксовской в Казани. Ну и как вам? Действительно, получилось очень здорово. Увидеть действительно глаза непередаваемые тех интернета. Человека, да. с которым ты там уже годами общаешься в интернете, тут действительно совсем другой уже уровень, да. представление о человеке. Ну и, кстати говоря, самое интересное, это когда люди в реальности говорят абсолютно так же, как и ВКонтакте. Ужас, да, вообще. Это самое интересное, мне кажется. Это такой подметка. Ну и, кстати, вот такой вопрос небольшой, он, наверное, из более поздних вопросов, которые уже задавали, но он подходит к этому. А вот если бы, например, там Кирилл Хафизов или Андрей Быстрицкий прям персонально пригласили на следующий год на посетить сходку РТС, вот как вы к этому относитесь? Пошли бы на РТС МСК в следующем году? Этим летом, на самом деле, кто-то там мне предлагал пойти, ну, не прямо уж так называли, ну, кто-то, ну, вот сходка будет, если хочешь, приходи, никого там это, в принципе, ну, как сказать-то. Ну, вообще... Всех это, в принципе, устраивает, там, никого никто не заставляет, там, по твоему, там, усмотрению. В этом году я, к сожалению, ну, и сам вообще по занятости не мог. И вообще, честно... Ну, с этими людьми я уже давным-давно не общаюсь. Ну, зачем мне с ними встречаться? Как-то продолжать с ними общаться мне не хочется. Там вот говорили противно, там не то, что противно, но как-то, знаете, обидно. Я, честно, не злопамятный человек, но просто мне не хочется. Я с ними не общаюсь и, в принципе, в дальнейшем тоже... Не планирую.
Ну и зачем мне встречаться? Как говорится, насильно мил не будешь, да? Получается. Нужно какой-то, да. Окей. Очень интересный вопрос от Владислава Федота. Он, я сразу скажу, что он победил. Вот я среди этих вопросов, которые задавали таинственному гостю, я еще объявил конкурс, самый оригинальный вопрос надо было задать. Были какие-то типа, как от Ильи Фтонова, таинственный гость. Вот тебе таинственный вопрос. Догадайся, в чем тайна? Ну, фейспалм полный, извините, господа. Но на самом деле, я, извини, что я тебя перебиваю, большинство вот фамилий, имен, я, ну, просто не знаю, Владислав, там, вот, Федотов, там, Никита Мартынов, там, вот, опять же. Ну, это надо вот как раз погружаться. Я тоже много, не знал, например. Смикса, там, любишь ли ты там что-то рукой. Ну, есть люди, действительно. Нет, просто времени особо так в это погружаться. Если раньше было, каждый день приходил новый человек там на ЕТВ, его узнавали, с ним знакомились. Сейчас, к сожалению, ну, нет у меня на это время. Тем более, такие безличные вопросы. Очень интересно, такой коварный может человек. Вроде видел его, а не знаешь, как его зовут, потом хупа, и разве этот человек. Ну так вот, этот вопрос от Владислава Федотова, я, в принципе, подумал, что он действительно самый оригинальный. Он наиболее неброский, но это вот, вот просто. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, гости, только честно, вы — это я? Да. Вопрос от кого? От Владислава Федотова. Владислав. К сожалению, я не Владислав, я не ваш тезка, и это не я, это не вы. Это, короче, вы меня запутали. Вот это вот это самое интересное, просто запутывающий такой, да. Ну и Андрей Багров, ну как по своим специфике. Да, но по своей специфике он являлся дизайнером микса, и в частности он является автором заставки вот нашей программы, поэтому он знал, кто будет первым гостем, и задал такой вопрос. Кто ж, на ваш взгляд, помог вам достичь каких-то успехов в карьере? Ну, например, ТВ или другой карьере? В интернете? Да. Ну, давайте по порядку. Перейдем в далекий 2009 год. В 2008 мне никто не помогал, я был абсолютно в интернет-телевидении одиночкой. А вот уже в 2009 году, когда я уже попал на сайт «Старый телевизор», нашел себе друзей, которые этим интересуются, рассказал о телешколе. Там дело в том, что были на форуме... Было «Ваше ТВ» тема. Но на тот момент, на лето, на июнь 2009 года, там было вымышленное ТВ. То есть об онлайн-телевидении еще никто тогда не говорил. Но я как-то пришел туда с телешколы, так буквально так, ну, без всяких-всяких там сенсаций. Ну, вот онлайн-телешкола, там «Симпсоны», не телечат, тогда назывался чат программы. Вот, ну, рассказал, людям понравилось, люди стали сами как-то там уже в этом плане развиваться в онлайн-телевидении. Как вопрос, извините? Ну, именно вот кто на ваш взгляд? Достичь успехов, да? Да, достичь успехов в карьере. Помог. Ну, сайт «Старый телевизор», я могу сказать. Это вот телешкола, 62-й регион. Потом уже я человеком стал таким заметным. Ну, в принципе, и все. Дальше, например, в РТС. Ну, в принципе, все. Уже слышали мое имя и шли на канал. Вот. И все. Больше мне, в принципе, никто в этом... Нет, конечно же, помогали люди в создании каналов. Им большое, огромное спасибо. Потому что без команды один в море, вот сейчас в море, в океане, интернет-телевидение не справится. Поэтому я считаю, вот то, что вот сейчас очень много интернет-каналов, хотя на самом деле их уже, наверное, сейчас не так много, как было раньше, это минус, с одной стороны. Потому что
Один человек, у одного человека там один канал, у другого другой. Вот разрываешься, вот какой смотрю, так ведь. Поэтому может быть и плюс, что многие программы стали выходить, многие телеканалы стали переходить на другие каналы, сливаться, объединяться. Это и больше людей, больше рук. Это не относится к тому вопросу про руки. Да, больше рук в плане того, что монтаж, графика, дизайн, то есть, ну, вы понимаете. Ну да, чем больше дизайнеров, тем лучше. Я хочу что сказать. Я благодарен всем, кто со мной работал во всех проектах. Помогали все. Я не исключение. Сам себе тоже помогал. Каких-то там. Ну и мне тоже помогай. Ну, если сам себе помогать, ну, надеюсь, не рука. Нет, это не про руки. Ну, а какие-то персонали конкретно, например? Какие-то персонали? Да, скандал, интриги, расследования. Персонали, персонажи, которые могли помочь. Я же мне, если сейчас перечислять, это, наверное, 3 часа уйдет на программу. Не в том плане, что там каких-то успех, а просто все вот работали командами. И вот команда, вот молодец. Все у всех успех. Okay. То есть в таком плане. Ну, мы... отдельные личности нет. Одна команда, одна цель. Да, одно целое. Хорошо, мы тут заговорили о дизайнерах. Вот и следующий вопрос, в принципе, про них. Дмитрия Нарванова, ну, он натальский, собственно. А, все, понял. Да, Дмитрия Натальского. Какой дизайн у интернет-каналов, по твоему мнению, лучший? Я, наверное, немножечко по-другому переформатирую. Вообще, какой лучший дизайн? Там 2D совсем плоский, или с наворотами, или вообще в 3D, в 4D. Какой из них ближе, роднее? Ну или каких-нибудь там исторических каналов. Ну давайте возьмем опять же 2009 год и будем тоже вот в хронологическом порядке. Смотрите, 2009 год. Эра логотипов, сделанных в 3D. Вспомните, какой был объемный логотип у каналов Телешкола и ЗМД. 2010 год. А опять же, ТВЛ-канал был Виктора Седова, Дмитрия Трофимова и меня. Ну да, мы там как-то вместе все делали. Переходим к 2010-му. Здесь уже идет эра логотипов с градиентами. Как бы это недвусмысленно звучало, у нас программа «Градиент». Ну вот, давайте возьмем, в пример, логотипы холдинга РНТ, вот Рязань онлайн, Москва онлайн. Вспомните, там были такие вот плавные градиенты, там, например, логотип Москвы из темно-красного в светло-красного, шатура из темно-зеленого в светло-зеленого, то есть градиент. Ну, 2011 год точно такой же был, 2012 год. Вот здесь тоже, опять же, все кардинально меняется. Добавляются какие-то новые там стили, какие-то там фишки, свечения, какие-то логотипы, ну, понимаете, да? И опять же, 2012 год становится переломным, это вот минимализм. 12, 13, 14 год. Логотип, минимализм. Никаких градиентов, чистая цветовая гамма, все просто, без теней всяких там. То есть, вот такая вот хронология. Дизайн. Какой мне канал нравится по дизайну? Ну, знаете, я интернет-каналы не смотрю, не слежу, что там происходит. Хотя, знаете, вот я слышал, новый канал запустился, Дмитрия Трофимова, он все вот собирался уходить, потом опять возвращался в интернет-телевидение. Вот дизайну канала «Движение» хочу отметить. Вот, мне кажется, им стоит над ним немножечко поработать. И вот незадолго до записи нашего эфира начал смотреть видео «Смена логотип» канала «Движение». Я за ним следил, в принципе, в последнее время. Дмитрий Трофимов ест. Странно. Как-то. Ну, то есть, вот, не знаю. А, ну вот смотрите, вот до этого был логотип «Движения». Там вот опять же градиенты какие-то там. Да, градиентовские. Да, был градиент, а вот потом, вот я сейчас примотал запись, сменился.
Ну, мне такое больше нравится. Вот, например, логотип канал движения. Опять же, вот я зашел в группу про любительское телевидение. На самом деле несколько, но вот какую-то я зашел. Если смотреть по дизайнам, ну не слежу я, к сожалению, за каналами, не могу я сказать, какой мне Ну, логотип всякое бывает. нравится. Но, по крайней мере, тенденция на улучшение дизайна продолжается, не так ли? Да. Сейчас, безусловно, дизайн у всех становится лучше. Более лучше, как... Более лучше. Да. Света из ванного. Нормально. Все будет хорошо, я думаю. У всех дизайн хороший. Будет в будущем. Окей, следующий вопрос от Эрика Салахова. Как вы относитесь к Владимиру Путину? Владимиру Путину. Я думаю, что за мной многие следили с давних лет и знали мои политические направления. От ЛДПР там, до каких-то оппозиционных там, движений. Но давайте опять же возьмем хронологический порядок, если это взять мои, рассматривать мои политические взгляды. Далекий 2009 год. И 10-й, впрочем, и 11-й, и 12-й. Нет, 11-й. 9-й, вот, тире 11-й год. Я придерживался партии ЛДПР. Нравились мне их взгляды, какие-то там направления. В 12-м году что-то, я не знаю, перекнуло. Мне, в Мне, в принципе, принципе, нравилась нравилась политика политика Навального. Навального. Ну а Но с с 13-го 13-го года года все-таки все-таки я я придерживаюсь придерживаюсь политики политики Владимира Владимира Путина. Путина. Я Я считаю, он считаю, он хороший хороший президент. президент. И, И, знаете, знаете, даже даже страшно страшно представить, представить, вот вот что что будет будет с с Россией Россией без без Путина? Путина? Да Да развал развал будет. будет. А А, Крым Крым опять опять отойдет отойдет Украине, Украине, не не дай дай бог, бог, там там будет будет какая-то какая-то война. война. Новороссия. Новороссия. Тоже Тоже вся, вся, наверное, наверное, развалится развалится. там. Опять Опять же, же, начнутся начнутся военные военные действия. действия. А, все-таки Все-таки при при Путине Путине в в России России жизнь жизнь намного намного стала, стала, ну, ну, не не намного, намного, может может быть, быть, но но стала стала все-таки все-таки лучше. лучше. Опять Опять же, же, вот вот эти вот эти вот всякие всякие санкции, санкции, не любая, любая, мне мне кажется, кажется, страна. страна, Даже даже та та самая самая Америка, Америка, которая которая против против нас нас просто просто кидает кидает пачками пачками бумаг бумаг на на санкции, санкции, если если бы бы мы в мы в них них так вот так вот санкциями санкциями забрасывали, забрасывали, они бы, они бы, мне мне кажется, кажется, уже уже через через 2 недели две недели бы, бы, ну, ну, не не были были целостной целостной какой-то какой-то страной. страны. Я Я поддерживаю поддерживаю политику политику Владимира Владимира Путина, Путина, мне мне он он нравится, нравится, хороший хороший президент. президент. Все. Все. Без Без лишних лишних слов. слов. Ну, без лишних слов, все четко и по делу. Хорошо. Теперь немного даже противоположный вопрос от Тимура Камалова. Тоже не Тоже не знаю знаю, такого какого человека. человека. Ты умеешь смотреть в завтрашний день? Я Я недостаточно недостаточно умственно умственно развит, развит, как как Виталий Виталий Кличко. Кличко. Или Владимир Владимир Кличко, я Кличко, их я путаю все путаю все время. время. Ну, оба. В В общем, общем, я я не не смотрю в смотрю в завтрашний завтрашний день, я день, я живу живу сегодняшним сегодняшним днем. днем. Отлично. Сразу такой Виталий Кличко приуныл. Только один он, к сожалению, может подобное иметь. Да, они оба. Ну и да, может даже и Ходят хуже. в Ходят в окно, окно, лежат в лежат в кабинетах кабинетах депутаты депутаты и и там там кто-то. кто-то. Министры. Министры, собственно, как всегда. Да. А это Олега Ковалева вопрос. Вот это Как уже вы... человек Человек знаком. знаком. Да. Как вы провели это лето? Ну, я Я не не буду буду вдаваться в вдаваться в подробности. подробности. Лето Лето я я провел провел в в общем общем удовлетворительно. удовлетворительно. Были Были проблемы проблемы в в семье, не семье, не то, то, что что там там какие-то там конфликты, конфликты, нет, нет, связаны связаны совсем с совсем с другой другой стороны, стороны, то то есть есть кто-то кто-то лежал лежал в в больнице, больнице, кто-то кто-то работал. работал. Ну, Ну, лето лето я в я в основном основном проводил проводил на на даче. 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 А, Даче.
Ну, без всяких каких-то там. Ну, например, я обычно летом уезжаю на юг. В Сочи там. Ну, еще в Крым планировал, но, к сожалению, в повседневном обстоятельстве не получилось. Я думаю, что вот эти вот дни, сентябрь, думаю, будет тепло. Хотя погода вообще никакого намека на тепло, не на плюс 20 ночью холодрыга. Я думаю, что все вот эти 3 месяца, так сказать, плохо проведенного лета, я компенсирую сентябрем. И ближайшими выходами. Если сентябрь будет хорошим, компания будет хорошая в той же Москве, почему бы и нет? Даже 2-3 днями можно компенсировать все. Конечно. Вот. На этом вопросы нормальные закончились. Вопросы типа «ты кто? Девка 4?» никак я задавать не буду. Это все пародия на наших зрителей. Поэтому уже начнем с именных. И начнем мы, пожалуй, с Виктора. А нет, все-таки... Хотя, скорее всего, наверное, с Виктора и начнем. Шароватова. Да, Виктора Шароватова. Итак, первый вопрос от Виктора. Работают ли ваши родственники в Москве на 5-й улице Имского поля? Если да, то кто? У меня тетя раньше работала в информационной службе. Ой, это вообще было давно, на радио «Маяк». В информационной службе она была ведущей, Юлия Снегирева. Сейчас она работает, опять же, в информационке, но уже на Вести ФМ и не читает какие-то новости. Ну, просто сидит в информационном вещании радио на Вести ФМ. Но она, мне кажется, уже сейчас не работает. Она еще, наверное, в 2014 году ушла оттуда на какой-то другой радио. Или не радио, даже на телеканал. Ну, тоже, опять же, в информационной части. Ну, как-то, ну, с ней общение как бы там, ну, поддерживаем. Ну, не так, чтобы каждый день, конечно, но родственники свои все дела. Она там совсем не дальняя родственница. Ну, то есть, да, вот одна была, работала там, по крайней мере. Хорошо, следующий вопрос. Нравится ли вам смотреть программу «Вести недели»? Ну, в принципе, почему бы и нет. Вот скоро новый сезон, вот уже в эти выходные. В чем, наверное, меня спросите, чем она вообще нравится? Ну, во-первых, подача информации. Совсем другая. Подача информации, нежели, если сравнить с воскресным временем на Первом канале, совсем другая, более понятная и разжеванная зрителю, прямо положенная в рот. То есть без рук. Как сказать, без рук тут не обойдешься. То есть, опять же, жестикулирование, какие-то там инфографика. Мне это нравится, мне это как зрителя устраивает. Интересная программа функционирует. Почему? Опять же, хороший ведущий этой программы. Киселев. Нравится? Ну, почему бы и нет, действительно. Следующий вопрос. Представьте себе, что на выборы президента России выдвинулись Владимир Путин, Алексей Навальный и... Ну, Владимир можно Павлович. Дальше не продолжать. Ну, да, я уже понял, но все равно. Кого вы проголосовали? Ну, тут корректнее звучал вопрос, который создают всякие... вот опрашивают людей. За кого бы вы проголосовали, если бы в это воскресенье были бы выборы президента России? Ну, за Владимира Путина. Уже все было про него вышеупомянуто, так сказать. Я уже все сказал про Путина, про отношения. За Путина. Окей. Продолжите фразу. Крым — это... Россия. Может быть, Крым — это курорт? Крым — это отдых, можно даже продолжить. Как-то распространено это Крым от России. Хорошо, следующий вопрос от того же Виктора Шароватова. На кого вы учитесь? На журналиста. Ну, знаете, у меня такая тоже специфическая, так сказать, специфическая у меня учеба. Я буду как бы и
журналистом и в то же время по филологической части. То есть филолог, журналист у нас журналистикой пересекают. Ну, у нас есть культурологические занятия, то есть культурология и журналистика. То есть как бы совмещенные. То есть я могу при выходе из университета устроиться на какую-то там педагогическую должность. В то же время и на каком-то телеканале. Ну, сами понимаете, я буду на каком-то телеканале лучше работать, чем каким-то педагогом. Хотя и там хорошо получают наше время. То есть я учусь на журналиста. А есть какие-то знаменитые вот журналисты, какие-то знаменитые ведущие у вас преподают? У нас есть курсы. Курс у нас есть в телестудиях. Будут они на этом курсе. Приезжал к нам Ермольник. Наверное, все видели. То есть он, да, нам как бы... Знаете, это была встреча как бы предвыборная. Тогда были какие-то выборы местные. И опять же какие-то там лекции были. То есть, ну, Ермольник был, да. Вот и все, в принципе. Хорошо, ну, возможно. Если бы сейчас в Москве, там, да, естественно, была всякая там Екатерина Андреева, Арина Шарапова. Да, ну, я думаю, что еще... Я думаю, еще не вечер. И еще не вечер. По прошествии курсов, я думаю, еще кто-нибудь обязательно встретится. Обязательно. Все-таки журналистика, дело такое, и она публичная. Все-таки. Виктор Шаратов, опять же, интересуется, какие ваши музыкальные предпочтения? Ой, в последнее время... Не, ну, я вообще слушаю разную музыку. И у меня как так, знаете, с детства тоже пересекались разные вообще, в принципе, музыкальные направления. Но, наверное, я слушал и слушаю все, что ставят, все, что крутят. А так вообще слушаю нашу российскую, чаще всего российскую музыку. А, так как у меня есть помимо интернет-телевидения, в будущем телевидения, живого такого, ну, настоящего, как я называю, у меня еще есть другая, так сказать, работа. Я представитель, так сказать, в интернете сестер Толмачевых. То есть я с ними общаюсь, ну там, ну не только общаюсь, конечно же, встречаюсь. То есть я мне приходится сейчас слушать музыку, присылают абсолютно разную там. Ну, то есть, ну, нашу российскую музыку. Вот опять же, Толмачевых я сейчас вот слушаю. Но это вынужденная мера. А вынужденный мир. То есть вам не нравится? Нет, почему? Мне очень нравятся хорошие песни. Рассчитывала, конечно, не Евровидение на большее. Но сами понимаете политическую ситуацию на тот момент. Ну, Евровидение это все-таки больше политических конкурсов, мне кажется. Уже давно. Вот. Рассчитывать, собственно, не на что было. Ну, все равно, ну, все-таки победить в Евровидении, это, конечно, престижно, но потом на следующий год огромное грандиозное шоу участвовать, которое достаточно много от бюджета отрывает. На самом деле, вот извините, что перебиваю, на следующий год, похоже, Россия не поедет, не собирается на Евровидение. Сначала были разговоры, то, что у Первого канала нет бюджета, потому что они все потратили на HD, и они не собираются проводить, вещать конкурс Евровидения 2015. Потом ВГТРК в ответ на это заявление говорит, мы тоже не можем, потому что очередь ваша, опять же, все же бюджет тратится каналы на трансляцию. Какие-то взносы надо в Европейский вещательный союз вносить. Поэтому, скорее всего, Евровидения не будет, но, ну, может быть, какие-то изменения. Может быть, опять же, с голоса кто-то поедет. Да уж, скорее всего, потому что, мне кажется, вот эту традицию с голоса сделают. А потом ВГТРК будет с артиста присылать народ. Ну, вполне возможно. Там много, на самом деле, у канала «Россия» музыкальных конкурсов. Наверное, большинство. И превышает всякие интеллектуальные программы. Кстати, «Клетка» неплохая программа. Мне очень нравится. Как вам? Ну, «Клетка» — это немного такая
еврейская кошерная передача, Ну да. где можно за быстрые деньги узнать побольше вещей. За быстрое время. Да. Ну и последний вопрос от Виктора. Какие вредные привычки? Но это не только, конечно, курение, это как бы не просто такие вредные привычки. Вредные привычки. Без вредных привычек. Ну, столько. Я не замечал никаких. И за мной вот люди тоже никаких вредных привычек не замечали, не замечают. У меня есть такой друг, он прям все в открытую говорит. Вот. Он мне никогда ничего в открытую не говорит. Вот. Так что он такой вот друг. Нет, у меня никаких вредных привычек нет. Если бы были, я, конечно же, в первую очередь заметил и как-то пытался от них избавиться. А вот тоже, вот в каком плане вредные привычки? Имеется в виду, куришь ли пьешь, или там, вот, например, кто-то грызет ногти, там ковыряется в носу. Нет, в таком плане нет. Не пью, не курю, не ковыряюсь в носу, не грызу ногти. Ну, кто-то, например, называет какие-то добрые дела вредные привычки. Согласны ли вы с ними? Добрые дела. Да. Типа, Все-таки всем пожертвуют. помогать вредно, всем не поможешь. Есть такие люди, я встречал таких. Да, всем, к сожалению, в нашем мире не поможешь. Не знаю. Нет, в принципе, вредных привычек нет. Ну, а теперь, дорогие друзья, все самое интересное. Ой, да. Все самое интересное, не переключайтесь. Сейчас вас ждет самое, что есть актуальная информация. А самые горячие, самые острые вопросы уже смотрите сразу после нее. Не переключаемся, это градиент. Здравствуйте, уважаемые друзья! Вот и ваша долгожданная информация в эфире телеканала Микс. На Троекуровском кладбище сегодня похоронили фотокорреспондента МИА России сегодня Андрея Стенина, убитого месяц назад в ходе обстрела под Донецком. Стенина похоронили рядом с погибшими журналистами первых двух каналов Игорем Корнелюком, Антоном Волошиным и Анатолием Кляном. Ему было всего 33 года. Президент России посмертно наградил фотокорреспондента Орденом Мужества. Владимир Путин продолжает свою рабочую поездку в Республику Алтай. Сегодня президент провел личные встречи с в Рио губернатором республики Александром Берниковым и в Рио губернатором соседнего Алтайского края Александром Карлиным. В ходе этих встреч обсуждались результаты ликвидации последствий июньского наводнения. Также президент сегодня встретился с министром транспорта Максимом Соколовым, с которым обсудили строительство моста через Керченский пролив. Соколов заявил, что работа по строительству автомобильно-железнодорожного моста находится в стадии подготовки. Сейчас идет разминирование снарядов на подступах к Керченскому проливу, оставленных еще во времена Великой Отечественной. По словам Соколова, движение по мосту на плану должно открыться 16 декабря 2018 года. Ну, у нас тем временем погода. Ну, надеюсь, что погода вас сегодня порадовала. Продолжаем новости.
Дмитрий Медведев в своей подмосковной резиденции провел совещание об основных положениях стратегии развития Почты России на период до 2018 года. По окончании этого совещания министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров выступил с брифингом для журналистов, на котором он сказал, что сроки доставки писем в скором будущем будут сокращаться. И не будет таких ситуаций, какие были в январе 2013 года, когда до некоторых россиян письма с поздравлением до Нового года пришли аж в апреле. Он также отметил, что вскоре в жилых домах доступ к почтовым ящикам и другие почтовые операторы смогут иметь лишь согласие его владельца. Также Почта России вместо ВГУПа станет к 2016 году акционерным обществом. В ходе брифинга также шла речь о создании банковского подразделения почты. 16 сентября Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о поднятии примерно в два раза штрафов за нарушение санитарных требований для точек общепита. Рестораны «Макдональдс» сегодня оказались в центре еще одного громкого скандала. На этот раз Пенсионный фонд России заметил в документах о пенсионной частности ошибки, о которых было объявлено еще в конце прошлого года. Из-за этого сотрудники забегаловок могут при достижении пенсионного возраста остаться, увы, без пенсии. По словам Пенсионного фонда, компания «Макдональдс» свои ошибки исправлять никак не собирается. В Минске сегодня состоялась встреча между представителями Киева, ДНР и ЛНР, Леонидом Кучуком, Александром Захарченко и Игорем Плотницким. В ходе переговоров было подписано соглашение о прекращении с 19.00 по Москве огня. На переговорах также присутствовали наблюдатели из ОБСЕ. Сам мирный договор включает в себя 14 аж пунктов, которые включают в себя все аспекты контроля, обмена пленными и другие запросы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о приветствии этого договора. С сегодняшнего дня в Россию запрещено ввозить все кондитерские изделия из Украины. А ранее под запрет подали лишь изделия президентской компании «Рошен». Петр Порошенко выступил с заявлением о готовности Украины войти в состав НАТО. Необходимые для этого реформы пройдут в ближайшее время. В то же время НАТО выделило 15 миллионов евро на реформирование армии Украины. Еще 1 миллион американских долларов выделит для этих целей Канада. Арсений Яценюк рассказал сегодня о том, что стена на границе между Украиной и Россией пока не будет строиться на территориях Донецкой и Луганской областей. Таким образом, возведение стены будет производиться в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и, возможно, в Херсонской. Дети из Донецкой области смогут пойти в школу уже в понедельник. Об этом сегодня заявило правительство Народной Республики в составе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что разговор между Владимиром Путиным и председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозо, в котором, по словам европолитика, прозвучали угрозы с целью захватить Киев за две недели, опубликован не будет и считает подобный вопрос уже решенным. Напомню, что данный разговор состоялся в ночь на пятницу на субботу в 3 часа аж ночи. Глава ОБСЕ Дидье Бургхалтер высказал мнение, что украинский кризис без участия России не разрешится. Ее ни в коем случае изолировать нельзя, иначе Европа получит множество новых проблем. МЧС России сегодня получила положительный ответ из ООН по вопросу создания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей и беженцев оттуда. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос выразила поддержку действиям России в данной проблеме. Депутат Госдумы из ЛДПР Роман Худяков заявил, что готовит иск к Украине на 1 миллиард долларов за то, что снаряды, выпущенные с территории соседнего государства, не раз нарушали государственную Украину между странами. За соответствующими материалами Худяков уже обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Президент Франции Франсуа Олланд на саммите НАТО разъяснил причину, почему он запретил поставлять России вертолетоносцы «Мистраль». По словам французского главы, он не хочет, чтобы эти корабли участвовали в российско-украинском конфликте. Расследование массового сжигания людей в Одесском доме профсоюза будет теперь проходить аж на федеральном уровне. Отныне расследовать трагедию будет Генпрокуратура и МВД Украины. Ранее расследованные, названные в России «Одесской хатыни», занимались комиссией депутатов Одесского областного совета, которая сегодня была, увы, распущена. Глава германского правительства Ангела Меркель рассказала в интервью немецкой газете, что собирается и дальше проводить телефонные переговоры с Владимиром Путиным. По словам Меркель, данный разговор приносит множество положительных результатов. В числе них она назвала возможность проведения президентских выборов на Украине, создание контактной группы по регулированию кризиса. Экс-глава Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балевский
рассказал, что в уточненной военной доктрине не будет пунктов, связанных с применением ядерного оружия. По словам Белоярского, уточнения в доктрине будут внесены из-за заявления Порошенко о скором вступлении Украины в НАТО. Сегодня на свое новое место работы на Ноинском бульваре в Москве приехал Джон Тефт. Хоть бы знать, кто это такой. Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о готовности лекарства против лихорадки, простите, Эбола, что они ждут утверждения этой вакцины в качестве официальной после проверки ее во Всемирном обществе здравоохранения, и что в случае, если потребуется помощь, наши медики будут готовы ко всему. Неподалеку от недавно открытой станции метро «Спартак» началось строительство храма в честь святого равноапостольного князя Владимира. На церемонию освящения закладного камня прибыли патриарх московский всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин. На церемонии освящения закладного камня патриарх Кирилл заявил, что новый храм станет копией Херсонесского собора святого Владимира в Севастополе. В свою очередь Собянин выразил надежду, что новый храм, который планируется построить в 2017 году, будет одним из самых красивых, самых почитаемых храмов Москвы. К депутату Госдумы «Справедливой России» Ильи Пономареву сегодня пришли в гости судебные приставы и арестовали имущество стоимостью аж 2 700 000. Правда, самого депутата дома не оказалось. Он сейчас находится в США и в ближайшее время возвращаться как бы не планирует. При этом он заявляет, что оставаться там на постоянное место жительства он также не планирует. Сейчас приставы решают вопрос о лишении Пономарева права выезда из России. Да. Московские оппозиционеры планируют провести 21 сентября общероссийский марш мира. Оргкомитет намерен добиваться согласования шествия численностью до 50 тысяч человек. Наш ход будет традиционным, от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Как сообщает ИТАРТАСС, окончательное название акции было утверждено сегодня. Организаторы намерены добиваться согласия столичной мэрии на участие в акции до 50 тысяч человек, повторяемся. А маршрут передвижения будет традиционным, от Пушкинской площади по Бувалину до проспекта Сахарова. Видимо, так там было и написано. Аналогичные марши, по словам сопредседателя партии РПР Парнас Бориса Немцова, хотят провести в тот же день в нескольких других городах, в том числе и Екатеринбурге и Новосибирске. Питерские нудисты, внимание, Рамиль, высказались против переезда с пляжа Дюны, заявив, что их отдых не наносит вред детской психике. В эту среду данный пляж был включен в число официальных, а согласно их правилам появляться полностью обнаженным, к сожалению, нельзя. Ну а теперь поехали изучать новости спорта на данную минуту. Игрок австрийского клуба ССК «Рум» Измаил Юндус получил рекордную дисквалификацию за то, что ударил судью головой. В конце матча 5-го дивизиона против Инсбрук Веста арбитр решил показать 26-летнему полузащитнику вторую желтую карточку, однако футболист ударил судью головой. Пострадавшего арбитра доставили в больницу. Измаила Юндуса решили отстранить от футбола сразу на 70 матчей. Его клуб отделался штрафом в размере 257 евро. В данную минуту проходит церемония открытия футбольного стадиона «Открытие арена», ну или как в народе о нем говорят, «Спартак». Московский клуб в честь этого играет товарищеский матч против «Цервены Звезды». Итак, на данный момент могу сказать, что счет там пока что 0-0, как я вижу. Матч все продолжается, и команды могут размочить счет в любой момент. Но еще произошел в связи с этим матчем небольшой инцидент. Открытие стадиона сопроводилось громким скандалом. Незадолго до него фанаты ЦСКА пытались стадион поджечь. Прибывший наряд полиции спугнул вандалов. За последние сутки в КХЛ завершилось 7 матчей. Акбарс выиграл у автомобилиста со счетом 3-2, Нефтехимикс у Челябинского трактора 4-1, Нижегородская торпеда у Северстали 2-0, Югра, к сожалению, у Лады 5-2, Минская Динамо у Юкирита 5-4, СКА у Локомотива 5-3, Словно Братиславы 5-2. И сейчас Московская Динамо сражается с ЦСКА, и во втором периоде счет 1-3 в пользу ЦСКА.
На открытом чемпионате США по теннису накануне произошли два четвертьфинальных матча среди мужчин. Чех Томаш Бердых уступил хорвату Марину Чиличу со счетом 2-6, 4-6, 6-7, а швейцарец Роджер Федерер выбил из турнира француза Ганиэля Морфиса. Да, 4-6, 3-6, 6-4, 7-5, 6-2. При этом Роджер Федерер оформил свой первый... отыграл свои первые матч-болы на матчах «Большого шлема», что случилось с ним впервые в карьере. Этим воскресным вечером в непосредственной близости от Земли пролетит астероид. По словам НАСА, этот астероид серьезной угрозы для планеты не представляет. А так хотелось повторения апокалипсиса. Ну да ладно. В центре Москвы заметили представительницу Леди Годины. Обнаженная девушка проехала по улицам на белой лошади. Фото и видео голой королевы тут же появились в соцсетях. Среди очевидцев этой необычной конной прогулки оказалась телеведущая Тина Канделаки. 5 сентября она выложила в своем инстаграме фотографию наездницы и написала: «Только что, в центре города, теперь так модно, голая королева». По сообщению канала Life News, свидетелями этого явления побывали на съемках одного фильма, а вот какого телеканал, к сожалению, не уточняет. Ну, правда, там дотошные комментаторы в инстаграме Тины Канделаки вроде как заметили, что никакой голодьбы-то и нет, но поживем увидим. Ну что ж, спасибо всем, кто увидел нашу замечательную информацию. Ждем вас еще уже завтра. Завтра прочитает вам новости Вектор Шарапатов. До новых встреч, друзья! До свидания! Ну что ж, я надеюсь, что понравились нам вам наши новости без особой чернухи, с веселой, позитивной точки зрения. А мы продолжаем наш веселый градиент. Веселый старт. Да, веселые старты. У нас в гостях продолжает отвечать на ваши каверзные вопросы Михаил Шиванков. Да уж, каверзнее некуда. Да, дальше будет еще. Да. Ну и следующий вопрос от Андрея Багро. Как рождалась и умирала телешкола? Могла ли она посуществовать до нынешних времен, если поразмыслить? Ну, если поразмыслить, конечно же, может быть, и существовала. Но, понимаете, мы растем, и концепция канала, наверное, подстраивается тоже под вещателя. Сейчас, на самом деле, нет. Сейчас концепция вещания канала и наполнение его подстраивается полностью под зрителя, а тогда мы все-таки под себя как-то вещали. То есть то, что тебе нравится, то мы и показываем на канале. Вот тебе нравились дальнобойщики, ты показывал их с первого по второй сезон. На тот момент пока что еще третий не вышел. Вот опять же, Симпсоны тебе нравились, ты их и вещал. Там какие-то научные программы, Галилео, там, тот же Максим Григорьев. Вот ему Галилео нравилось, он его и вещал на своем канале. То есть раньше, да, раньше так под себя как-то подставилось телевидение, да, телешкола, наверное, бы до сегодняшнего времени не существовала. Ну, она развалилась бы, если бы она не развалилась в 2009 году, она бы развалилась обязательно в 2011. Потому что школу я уже к этому времени заканчивал, и концепция вещания этого канала полностью развалилась. Так, как там был дальше вопрос? Вот он был большой. Да, большой. Ну вот, как закончился телешкол? Да. Ну да, могла бы она, в принципе, просуществовать, если бы это как-то выдумать. Как-то в голове она могла бы просуществовать. А вот на существе до сегодняшнего дня нет. Вот. Ну вот, вот и все. Умирала она год. Опять же, концепция канала, наполнение канала менялось, в итоге поменялась концепция канала. Надо было что-то менять, название канала, потому что уже
то, что там на канале показывалось, не относилось ни к школе, относилось только к теме. Пришлось менять на 62-й ряд. То есть вот она и умирала от того, что менялась концепция канала. Но не было там никакой школы. Уже не было никакой школы. Да. Не было преемников, которые могли бы ее взять под белые ручки. Были Виктор Седов, Дмитрий Трофимов и Артем Гольцов. То есть вот эти три человека, они хотели как-то продолжить развитие этого канала, но... Но не получилось, не сошлось. Хорошо. Следующий вопрос, наверное, вот этот задам. Все-таки не так давно мы записывали с вами, собственно, интервью насчет периметра о телеканале «Цифра». И вот тут такой вопрос возник у Андрея. Не знаю, вот какие оценки поставил я, но на ваш взгляд, в чем бы мог усовершенствоваться «Цифра» как канал? И вы сами в том числе. Усовершенствоваться канал «Цифра». Ну, знаете, на этот вопрос надо очень долго думать, размышлять, в чем-то есть свои плюсы, в чем-то минусы. В чем бы усовершенствоваться? Ну, сейчас все каналы переходят в HD. Это все давно знают, и, может быть, даже и Full HD. Были у нас тесты канала «Цифра» Full HD, какие-то временные отрезки. Например, вот вещание идет, да? Там какое-то показывается кино, и вдруг какой-то сериал. Он, например, уже в Full HD, а до этого в 720. То есть 720, 1080. Иногда у нас переключалось, так сказать, рубильник. То есть в этом смысле усовершенствование канала. Переход в HD. Не знаю, что тормозят наши федеральные каналы в этом плане. Но это другой разговор. Выход в какое-то аналоговое региональное. Это тоже плюс, это тоже усовершенствование. Это дополнительные зрители, дополнительный интерес к нам. На спутник я молчу, это очень тяжело сделать. А вот выйти, например, у какого-нибудь кабельного оператора, это совсем нет проблем в этом. Плати 4000 и без всяких лицензий, вещай на здоровье. Угу. Это вот в каких это практиковали. Я думаю, там уже есть про Ростелеком вопросы. Ну, про Ростелеком там, да, будут вопросы. Да, мы это практиковали. Давайте я заранее отвечу. Было время, что 2 недели в тестовом каком-то там, не пакете, тестовый какой-то там был канал у Ростелекома. 2 недели вещала «Цифра». И знаете... Некоторые зрители к нам пришли, увеличилась посещаемость сайта, потому что у нас, знаете, в эфире часы, и под часами у нас сайт. Вот такой у нас. У нас он постоянно там висит с часами, слагается. И, знаете, много человек посетило наш сайт. Мы были очень довольны. Хотя вот этот вот тестовый канал, там 2 недели, вот как у нас, например, был тестовый, есть, не тестовый канал, промо-каналы. Там они какое-то время вещают, ну, то есть показывают, как бы реклама канала. Вот такой канал есть, подключайтесь в этот пакет и смотрите. Мы в пакет никакой не пошли. 4000 на ветер, это, ну, это бессмысленно. Без какого-то своего контента вещать, его очень мало. И времени тоже нет его как-то развивать. Я думаю, оно сейчас появится. Так вот, мы заплатили 1000, подписали какую-то там засратую бумажку, извините за выражение. И 2 недели не полностью мы были вот в этом промо-пакете тестовом. Там, наверное, мы провещали где-то подряд, мы вещали 4 дня. А потом у нас были какие-то там технические проблемы в конце августа. И вот как раз вот у нас новый сотрудник на канале, Никита Чернов, он видеоблогер, начинающий, ну как начинающий, в интернете, вот по всей России, всему миру он начинающий, а уже в своем городе, родном Сыктывкаре, он не начинающий, он уже давно занимается какими-то там местными программами. То есть он
Да, он публиковал, это как раз был последний день, пятница, помню. Была премьера на нашем канале про его программы «Антишкольник». Это последний день мы вещали Пакете Ростелеком. Ростелеком. Да, вот в этом промо-канале Ростелеком. У нас, кстати, в МТС ТВ тоже есть промо-канал, там 2 недели мульт, сейчас там IQ HD, ну и так постоянно там по кругу они меняются. Так что вот так вот. Хорошо. Прямо в одном вопросе, в одном В одном вопросе сразу все. Окей. на многие ответы. Вот теперь такой достаточно интересный вопрос. Его, наверное, многие повторили. Я как минимум видел Иван Касаткин, Михаил Братило, Владислав Царев. Что там про ВГТРК, Да, почему вам нравятся телеканалы ВГТРК? Вот такой вот да? Вот пространный это прям вопрос. как-то, знаете, очень планку-то задрали. Ну, почему мне нравятся каналы ВГТРК? Не все они мне нравятся. Мне нравится и дизайн. Мне нравится многих каналов наполнения. Подача информации, даже Россия 24. Ну, и все. Что мне может быть в них нравится? Ведущий. Почему бы и нет? Со многими общаюсь. Поддерживаю как бы, разговор, диалог. Сейчас у меня, ну, на самом деле, мне ВГТРК нравится вот только вот наполнением и дизайном. Сейчас так посмотрел в сторону телевизора. Я на самом деле в последнее время все реже и реже смотрю. Где-то так в интернете какие-то видеоролики, записи новостей, информленты. Единственное, что я смотрю на своем телевизоре, это live news. То есть не дождь, а live news. А у меня дождя, к сожалению, на телевизоре нет. Убрали. А если бы был, что бы выбрали между дождем и live news? Чередовал в Россию 24 дождь и live news. Но все равно бы live news был на первом месте. Мир 24 тоже. То есть мне, ну, я не знаю, почему такое мнение пошло на ВГТРК, почему вам так нравится ВГТРК, там даже не то, что нравится ВГТРК писали, а там что-то фапаете, что-то было такое. Ну, я уже все сказал, наполнение, дизайн, ведущие, подача информации. Окей. А вот насчет новостей, что какую подачу лучше? Все-таки Live News или в дожде? Тем более, когда, А собственно. вот тут тоже вот с разной точки зрения. Дождь сейчас опять, вот у них там большая перемена была. Или уже до сих пор идет, да? Нет? По-моему, по крайней мере, я смотрел 2-3 недели назад, она уже была как-то на стадии завершения. Наверное, уже закончилась. Ну, дождь более такой, у них подача новостей. Боюсь ошибиться в своем мнении, но такая немного националистически либерастическая. Да. А вот, например, Life News, как сказать, информация точная, быстрая подача, ну, подача четкая, то есть четко выделены какие-то моменты, например, новости. И все-таки в моей битве между дождем и лайфхаком побеждает лайфхак все-таки. Хорошо. Перехожу к блоку вопросов от Дмитрия Натальского. Ну, насчет цифр Ростелеком уже все. Ответ был отвечен. Почему цифры вещает мало и редко? Тут Тут совсем совсем уже уже просто. просто, Дмитрий, я Дмитрий, я думаю, думаю, мог мог догадаться. догадаться. Мало. Мало. И И редко, редко, потому потому что что нет нет своего своего контента. контента. Все-таки, Все-таки, чтобы чтобы производить производить свой свой контент, контент, нужны нужны дополнительные дополнительные руки. руки. Это Это для для того того самого самого пророчества пророчества задал задал вопрос. вопрос. Люди, это тоже пророчество. И, конечно же, время и силы. У нас, опять же, повторюсь, не было ни времени, ни сил что-либо делать. Поэтому она так мало и редко вещала. Ну, а сейчас большинство каналов было какое-то время,
11, 10, 11, даже 12 год каналы вещали круглосуточно, каждый день, не обязательно там свой контент, но каналы вещали как-то стабильно, да? А сейчас вновь каналы из всяких авторских прав возвращаются к той сетке вещания, которая была в начале 2010-2009 году. То есть каналы вещают редко, но в принципе там в день достаточно много. Ну, сейчас все каналы, мне кажется, вещают мало и редко. Я не слежу за этим, но мне почему-то так кажется. Ну, я и, в принципе, там по программам передач, по программам передач на разных сайтах это видел. То есть какой-то там утренний есть какой-то блок, вечерний на следующий день. Через два дня там какой-то дневной блок. Ну, вот так. А круглосуточного нет. А круглосуточного мало. Мы планировали как-то там сделать круглосуточное вещание, даже какой-то там мы хотели плюс два делать, понимаете, в голове одно, на деле-то другое. Был у нас какое-то время, вещал, так сказать, орбитная версия, в кавычках, плюс два Москвы, с опережением шла программа передач, все вообще программы, сериалы, фильмы. Но вот опять же мы возвращаемся к тому, что показываем не свой контент, всякие сериалы, фильмы, но мы стараемся соблюдать какие-то авторские права, копирайт и все такое. Хорошо. Вот следующий вопрос от Дмитрия. Планируется ли ребрендинг в 2015 году? Нет. Нет. Ну зачем? Есть какая-то определенная стилизация, дизайн. Но вообще, конечно же, дизайн, наверное, можно про цифру сказать, дизайн меняется каждый день. Может быть, для зрителя это будет незаметно, а для нас, для создателей цифры, это, в принципе, заметно. Например, в вестях у нас, наверное, видели блоки вестей. Они были ежедневными, 2-3 раза в день. Где-то там дизайн подправим, где-то здесь, где-то вот там что-то... Что-то увеличим, что-то уменьшим. А ребрендинга крупного нет, не планируется. Какой стиль есть, такого и будем придерживаться максимально долго. Хорошо. Если бы ты смог пойти работать ведущим на какой-либо канал, ну, видимо, телевизионный, на какой бы ты пошел? Ну, тут у меня выбор бы передо мной стал большой. Возьмем региональный телевизор. Это канал городской, возможно, это канал Эхо ТВ, но маловероятно. В основном городской и, наверное, региональная ГТР. Это если регионально брать. А если федеральный, то, скорее всего, по порядку Россия-1, Россия-24, возможно, какую-то рубрику, например, Алексей Вершинин, он и на Москве 24, на Москве доверие, и на России 24. Опа. Против ВГТРК, это же помню. Life News, Дождь, почему бы и нет. Тот же самый Стас Натанцов, который работает сейчас корреспондентом на России 24. Он делает репортажи для «Дождя», и ведущим был какое-то время на «Дожде», спортивных, по-моему, нет, спортивных новостей был там. А, это совсем другое. А, ОТР, «Мир», канал. Да вообще любой, мне кажется. Ну, наверное, кроме первого. Потому что туда берут людей действительно со стажем. Ну, вот, все каналы, наверное, кроме первого. Не потому, что он мне не нравится, он мне нравится. Мне нравятся проекты на первом канале, «Голос», «Точь-в-точь». Ну, редко я смотрю телевизор, поэтому я не смогу сказать много там разных проектов. Но вот основных таких вот громко, которые звучали. «Голос» вот скоро будет, опять, завтра, точнее. Если будет выходить программа в пятницу, то сегодня. Да.
Ну, вот и все. Ну, вот так. Окей. Канал, кроме первого. Ну, туда берут, опять же, повторюсь, со стажем. Хорошо, следующий вопрос такой. Как ты относишься к Snows 93? А, понял сначала. Не расслышал, понял, о ком идет речь. Ну, как я могу к этому человеку относиться? Я не знаю его настоящего имени, фамилии. Какие-то оскорбления от него в мой адрес постоянно, какие-то выпадки на старом телевизоре, непонятные, необоснованные даже. Ну, написал я там во флуге. Он мне что-то там в адрес какие-то непонятные, какие-то там что-то про Толмачёва, там, какие-то конференции, какие-то там что-то вот такое, знаете, непонятное. Я сижу, а я инабгован. Ну, вы понимаете. То есть я, ну как я могу к этому человеку относиться? Вообще это человек, может быть, это под каким-то, не знаю, аккаунтом кто-то сидит. Там, знаете, разные мысли в голову и бред какой-то тоже лезет. Ну никак я к этому человеку не могу относиться. Я ни разу не видел его лица. Всех, кого я знаю, я видел фотографию. С ними общался по скайпу. Вот вы видели лицо этого человека? Нет, я тоже не видел. И я не видел. Как я могу с ним общаться? Я не общаюсь с людьми, которые я не видел лица. Но я там видел что? Только его руку, по-моему. А? Я видел только его руку, по-моему. Замечательно. Опять которого... руки пошли. Ну, почему бы и нет. Собственно. Это, мне кажется, мало. Важно видеть лицо. Хорошо. А вот, например, знаете ли вы, ну, Константин Медведев? Да, давно, кстати. Давно его знаю, давно о нем наслышан, общался, несколько раз приходилось. Вот. А в чем вопрос? А вопрос в том, что вот он как бы тоже, ну, не как, конечно, Соус, но он тоже вроде как скрывает свое лицо. Вот к нему вот. Да нет. Нет, он какое-то время действительно, да, скрывал лицо, но знаете. Я даже голоса не слышал вот этого Соуса 93. Там, даже голоса не слышал. Вот элементарно голос. По голосу можно сразу все понять. Оценить человека. Я человека чувствую. Ну, если интересно, я могу потом скинуть записи. В принципе, они в этом доступе есть. То есть, ну, Константин Медведев, я не знаю, он Инночкин, у него была фамилия какое-то время назад. Не знаю, с чем связано, с ну, это не мое дело. Ну, я его видел, да, вот, был он на сходке в Москве, Эрдорисников. Я его увидел, да, впервые, так сказать. Окей. И вопросов подобных много, поэтому надо вот сразу задать вот такой блок вопросов. Он, в принципе, и от Дмитрия Трофимова, и от вот, Антона Казанцева, как я понимаю, который скрывается под Иннокентием Красновым. Вот. Тоже загадочная личность. Да, очень загадочная личность. Но вначале все-таки вводный вопрос от Дмитрия Мачарадзе, того самого. Как у тебя пришла идея создания канала РТС? А почему именно РТС? Да не знаю, не знаю. Просто на тот момент, 12 июня 2010 года, были взломаны сайты, все там удалено было. Был тогда сайт «Новое ТВ», аналог «Старого ТВ», не знаю, знали вы о нем? Наверное, не знали, да? Ну. Но тогда много там был зарегистрированный человек, и Дмитрий Трофимов. Ну, вообще, основные все люди, которые на «Старом ТВ» были в то время. Там заливались всякие записи, наставки. Да, я слышал, да. И был сайт еще компании РНТ, в которую ходили каналы Рязань онлайн, опять же, все. Москва онлайн, но там был канал. Вот. И когда это все взломали, вообще не было абсолютно никаких идей. До сих пор, кстати, неизвестно, кто это все взломал. Были какие-то предположения. Были
Ой, ну вообще, на самом деле, такие предположения. Говорили, что это даже был Дмитрий Трофимов, это все взломал. Потом Денис, господи, Борисов. Потом какой-то там был человек. На старом телевизоре у него ник MTV, я не помню, как его зовут, к сожалению. Борис, как-то его что-то зовут, не помню. Денис Борисов, может. Нет, нет, не Денис Борисов. Ой, а подождите, сказал Антон Борисов или Денис Борисов? Аолка. Да, вот. То есть его тоже вплетали в то, что он... Нет, там был какой-то на старом телевизоре Борис, я не помню его фамилию. Но он редко так появлялся там. Но он хакер был. Вот Григорий, например, Ильяшев предполагал, что это он взломал. Ну, в итоге до сих пор это неизвестно, кто все это сделал. Как возникла идея создания РТС? Ну вот мы посмотрели список каналов в России. И какие у нас вот были вот там РТВ. Нет, главной задачей у нас было слово региональное. Например, РНТ. Региональная независимая телекомпания. И мы вот себе как бы поставили задачу, чтобы было R, региональное, что-то там. И начали думать, какой канал R уже, у нас, так сказать, в голове уже на первом месте стояло, что-то должно быть, там было региональное быть. Взяли там братские какие-то там каналы, так сказать, братьев славян посмотреть. Украинские, белорусские, сербские. И вот как-то наткнулись на сербские. А почему на сербские именно, сейчас скажу. Был такой канал РОА-ТВ. Они взяли сербского канала какого-то там часы, звук часов. И мы заинтересовались, что же такое тут за сербский канал. Казалось, канал РТС сербский. Радио, телевидение Сербии. РТР это радио и телевидение России получалось, а РТС это радио и телевидение Сербии. И мы решили РТС. Вот. И региональный у нас как бы было в голове, а телесеть вот Никита Егоров. Мы с Никитой Егоровым сделали. Теле, ну так сказать, пополам думали. Теле что? С как расшифровывать? Региональное теле С. И вот за аналог, кстати, взяли логотип сербского РТС, поменяв местами цвета флага. Ну, РТС и РТС. Почему бы и нет? Получилась региональная телесеть. Все. Ага, вот такое. Окей. Теперь перейдем вот как раз к вопросу о Дмитрия Трофимова. На твой взгляд, почему сотрудники РТС объявили тебе импичмент? Ой. Да я вообще не понимаю, как вообще все вот в тот день вот так вот развязалось. Попытки-то были еще, извините меня, когда же были там? Вот эти всякие уходы, переходы. В 2011 году, да, в 2011 году, в августе, был вот такой вот тоже момент. Что-то я поехал, помню, на рынок, а сами знаете, конец августа, там банки закатывают, соленья. И я вот как-то, вот я как помню, мне звонит сначала Егор Лукьянчиков, и мне вот говорит такой весь ошарашенный: «Миша, что происходит? Что-то там кто-то куда-то уходит», и все такое. Я ничего не понимаю, захожу в ВКонтакте, там что-то тоже ничего не понятно. Прихожу домой, там в итоге кто-то что-то не поделил, что-то... А, кому-то там не понравилось, что я там что-то кого-то там... Ну, какие-то там, что ли, клички, что ли, не знаю. А, главное, я так понял, то, что не нравилось Сергею Голубничему, что его называли босс. Босс. Боже А мой. что тут такого? Называют босс. Это разве что? Это какое-то оскорбление? Да уж, что-то странно. Вот, не нравится, что там его называют босс.
Ну, так родители звали. Босс. Ну, мы же слышали все. Там общаемся в скайпе, там кого-то там родители. И вот мы его тоже. Босс. Потом, кто же тогда еще на тот момент это был? Ну, все были. Кто, наверное, вас посетил. Ну, что-то там, да, что-то там как кому-то что-то не понравилось. Вот. Ну, в принципе, я на это все забил. Думаю, они там G8, а у нас RTS. Кто остался, тот и остался. В тот момент в RTS начали потихоньку возвращаться такие старички интернет-вещания, как Артем Гольцов, Антон Васильев, кто же еще? Ну, кто-то там вообще, в общем, еще. Это был год 11, мы тогда еще... А, нет, это, нет, это мы в 10 году сотрудничали с каналом Солнечногорск 24. Вот, ну, то есть старички начали возвращаться в тот момент в РТС, они начали уже открывать G8. Вот. Но потом как-то все вернулись, ну, знаете, вернулись как-то непонятно. Я уже с теми людьми, которые вернулись в РТС, как-то осторожно с ними обращался. В итоге сами понимаете, к чему это привело. Ну да, было Евровидение, по-моему, первый полуфинал. Ну да, первый или финал. Помню, были, да, бурановские бабушки. А все происходило вот как. Была вечерняя Рязань. Или не вечерний Рязань, я уже не помню, когда вечерний. А, добрый вечер, что ли, уже. Да, по-моему, добрый вечер, да, уже называлось. Добрый вечер на РТС. Был вечер, приходилось завершать программу. И я объявил. То есть сейчас на главной странице сайта появится плеер. ВГТРК-шный. Ну, что, прямой плеер с прямым потоком канала «Россия», в хорошем качестве достаточно. Я его решил поставить на сайт, а Кирилл Хафизов решил как бы сам это потранслировать. Ну, я Кириллу сказал: «Кирилл, плохое качество, потом нету комментаторов русских, тормозит, вот глючит, вот, знаете, Webcam Max тогда уже еще был Webcam Max. И вот, знаете, выделяешь окошко, а Webcam Max, сами знаете, тормозит показ видео с экрана. Я говорю: «Кирилл, не мучайся, ты, это, все сейчас посидим в скайпе, а сами понимаете, когда вещаешь телемикшер, в скайпе не поговоришь. Не надо ничего, Кирилл, ради бога, ставить. Давай поставим плеер ВГТРК и вместе посмотрим Евровидение». Кириллу это не понравилось. Он ставил плеер такой. Я потом, думаю, второй раз поставил такой плеер и пошел, так сказать, в гостиную смотреть Евровидение там, на большом экране, без всяких нервотрепок. А за это время тут уже начали меня удалять. Сначала меня удалили из админки сайта. Кирилл, видимо, попросил Никиту удалить меня, чтобы я не заменял на главной странице плеер. Денис Колногузов начал на меня наезжать уже таким, знаете, трехэтажным матом. А мне это не понравилось. Я говорю: «Денис, успокойся». Ну, на тот момент никто не намерен был успокаиваться. Я психанул, пошел смотреть Евровидение. В итоге уже после Евровидения было выяснено, что меня просто кинули, буквально ни из-за чего. Я пытался у них как-то с кем-то там узнать вообще какую-то причину. Ну, то есть я рассказал вот сейчас то, что на самом деле было. И пускай они там сейчас со мной не соглашаются, говорят какие-то иные версии, но это было точь-в-точь, один в один. Извините за рекламу некоторых правил на федеральном телевидении. Но это было вот так, как вот было, вот я сейчас рассказал. Без какого-то там вранья, это вот полная правда, я могу поклясться кем вообще угодно. Но это
так как было, так это и осталось. Ну а потом я уже плюнул на это все. Бог с вами, делайте, что хотите. Я буду, опять же, со старой командой продвигать РТС. А нет. Они решили, что РТС – это их канал. Они в него, видите ли, что-то там вложили. И что? А в 2011 году вы открыли G8, пожалуйста, идите в G8. Вас никто не держит, что-то вам не нравится. А, ну знаете, я не знаю, как он вам, им, не вам, простите, им как вообще живется, то, что они у меня украли мою идею, мое название. Потому что Никита Егоров в тот момент уже радио не вещал, и он вообще к этому никак не относился. То есть, ну так делать. Вот в Библии написано «не укради». Как они, вот я не знаю, сейчас живут, они там, я не знаю, атеисты, кто они, наверное, в Бога там никакого не верят. Не знаю, вообще я с ними давно уже не общаюсь, как они себя ведут. Но как они себя ведут, я посмотрел в интернете. Что-то там пели в метро, что-то там с какими-то украинскими флажками, там что-то на красной точке. Это мне вообще безразлично, все равно мне вообще, что хотят, они то и делают. Просто они некрасиво поступили. Пусть на их совести это останется. То, что они украли, на самом деле, РТС. Я ничего не хочу там такого уж сказать. Что есть, то есть. Не, и в цифре хорошо. Я уверен, что этот проект себя еще покажет. А он уже, в принципе, показывает. На цифре готовятся большие проекты. К сожалению, вместо погони, мы когда еще разговаривали о цифре, я говорил о проекте «Погоня». К сожалению, проекта «Погоня» у нас не будет. У нас появился другой проект. А кто хочет выиграть 1000 рублей? Абсолютно все честно. Уже сняты... если... Ой, наверное, точно не скажу, но где-то 6-7 выпусков. Это и Skype-версия. Это и... версия вот по камере. То, что вот выкладывали на геймшоу, и еще там где-то вот Артем сидит со своей соседкой, это вообще пилотная версия. Это абсолютно никакая там не эфирная должна быть версия. Это пилотная версия, просто мы сделали так, как вот как должно быть. То есть мы там и свет хотим наладить, все такое. То есть, ну ладно, это об этом мы еще позже поговорим. Вопрос был об РТС, я уже все ответил. Да, наиболее полно, по этой теме, в принципе, все. Окей. Смотрим, собственно говоря, да. Вот еще один вопрос от Дмитрия Трофимова, уже такой, отключимся немного от интернет-телевидения. Какие впечатления у тебя после проведения новостей на канале «Дождь»? Ой, ну я неоднократно об этом говорил. Какие впечатления? Конечно же, на... федеральном канале, почему бы и нет, «Дождь» все-таки на тот момент еще был во многих кабельных операторов, спутникового телевидения, ну, и в кабеле, да. Через интернет меня смотрели мои знакомые, родственники. То есть, ну, впечатления были, конечно же, незабываемые. То есть, ну, конечно, у нас было много каких-то там... неполадок, ну, сами понимаете, тот же самый Тихон, он несколько раз врезался в эфир, говорил, у нас, да, действительно, неполадки. Вот под конец, вот как завершать уже все выпуск, да, там, называют студии, там были то-то, то-то. Я вот первый раз сказал, а мне сказали заставка, я замолчал. Потом мне говорят, говори, говори. И я вот второй раз уже на этом там тыры-пыры. Ошибся я с фамилией моей следующей, я с ним поддерживаю отношения. Белянин у нее фамилия, я сказал Белянкин. Но там и она тоже с фамилией нашего коллеги Никиты, не помню сейчас его фамилию, тоже она ошиблась в фамилии.
Я тоже там что-то с Дианой. Ой, не с Дианой, господи. Лада, Ладе Смирной. Они мне там что-то в ухо орут, а я уже все. Не знаю, кого слушать. То ли суфлер читать. Ну, знаете, в нашей команде быстрее всего крутили суфлер. Быстрее всего. И, знаете, так вот не успеваешь все-таки читать, но приз зрительских симпатий все-таки на самом деле без всяких вообще каких-то... Не все команды понравились, у каждой команды были свои недочеты. Но в интернет-голосовании победила последняя команда, а приз зрительских симпатий и то, что выбрал телеканал «Дождь», это вот наша команда. Наша команда заняла второе место в интернет-голосовании. Ну, я на это вообще ничего никак не смотрю. Я свое дело сделал и пошел с чистой душой. А вот, например, не было, вот об этом потом еще говорилось долго в той же интернет-сфере, чтобы можно было как-то в коридорах, что ли, с Кириллом. Я не хотел. Не хотел. С Кириллом, не знаю почему. За несколько минут до выхода в эфир, или даже за несколько, я не помню, был то ли тракт, то ли уже настоящий эфир. Мне позвонил Дмитрий Левкин. Ну, я так понял, там не Дмитрий Левкин говорил, а Кирилл Хафизов. Ой, прошу прощения, что-то я уже зазевался. Так, и мне там что-то Кирилл говорил, я не раз слышал, потому что нам уже в ухо говорили там, ну что-то уже, мы начинаем. Я отключил телефон. И, ну, в итоге не поговорим. Мы самые первые были, Сергей не участвовал в этой, так сказать, процессе, но он был со мной в студии «Дождя». Мы пришли туда самые первые, там никого не было. Сидим на диванчиках белых, в итоге один диван Сергей сломал. Там он не сломал даже, а там дело в том, что диваны стояли на каких-то деревянных кубиках, а Сергей как-то так плюхнулся на диван, этот кубик вылетел. Браво. И он потом, диван этот шатался, потом этот кубик мы с охранником так подставили, плюхнулась Лада, и все заново, тоже там все вылетело. Браво. Потому что уже команды там стали... приходить буквально через 2 часа, когда мы туда пришли. Мы пришли туда с Сергеем. Не было 9 часов. Я в Москву вообще приехал рано, на 5-часовом автобусе. В 5 утра мы ехали в Рязани, в 7 уже был в Москве. Без пробок, без всяких. Каких-то там этих пробок, задержек, приехал в Москву на час раньше, чем положено. Вот. И с Сергеем встретились. И сидели там, ходили по студиям, пофоткались, бывали в аппарат. Ну, потом уже Сергей ушел. Мы, кстати, в тот момент хотели встретиться еще с Даней Габдуллиным. Сергей пошел с Даней на курсы юного журналиста в МГУ. Я в этот момент вел новость. Потом я, конечно же, нервничал в этот момент. И после эфира я так перенервничал, что уснул во второй гримерке. Да. И я был там до вечера. Ну, я поговорил с продюсером канала снизу. И так получилось, что я поспал во второй гримерке. Там было 2 гримерки. Ну вот, одно там все красиво, второе... Там какая-то одежда висит, какой-то реквизит. Ну и на самом деле я был в аппаратной, когда я уже проснулся, когда была 4-я команда с Кириллом Хафизовым. Я в этот момент был в аппаратной.
Я не вышел. Я не вышел, не стал выходить. Я наблюдал за этим. Меня, кстати, по-моему, даже было видно, когда показывали наставников. Нет, по-моему, я был с другой стороны. Или было видно? Нет, не помню. Что-то не смотрел. Не смотрел я четвертую команду, там как они еще выходили. Я не помню, с какой стороны я сидел. Но в итоге к 9 часам кто-то домой, кто-то на корпоратив, наверх, на 6-й этаж, к Наташке Синдеевой. Да, а я поехал домой. Ну, не домой, к родственникам, на следующий день домой. Вот так. В общем, все узнали о дожде. Ну да. Ну, я, в принципе, все уже давал письменно это на старый телевизор. Вот, да, где-то ближе к 10 вечера мы уже там в следующем. С кем же я? С Мангайт уезжал. И с этим. С Игорем. Угу. Да-да-да. Я у них спрашивал про стажировку, про вообще в будущем, как там. Ну, они сказали, то, что есть налицо хороший ведущий, вполне возможно, можно там на стажировку. Ну, не пошел, ну, не было у меня времени, повторюсь. Так вот. Окей. Сейчас посмотрим, такой барабан покрутим, рандомизатор. Ну, блюдо, лето, все это уже спрашивали, в карьере уже спрашивались. Про Ростелеком тоже сказали. Да, про Ростелеком сказали, про это сказали. Остальные вопросы бан-бан-бан-бан-бан-бан. Ну, хорошо, вот такой вопрос, выдернут немножко из контекста вопроса. Вот вы сказали насчет того, что являетесь представителем сестер Толмачёв. А как вообще произошло такое знакомство с ними? Знаете, я вообще с ними еще ВКонтакте переписывался в далеком, наверное, 9, 10, 11 годах, там, знаете, по одному сообщению в год. А потом в 2013 году послушал песню и начал активно переписываться с Настей Толмачёвой. Закрутилась, завертелась. Переросло это больше, чем, так сказать, какое-то там знакомство. Не буду вдаваться в подробности. Uh-huh. Все в эти выходные потом узнаете. Была идея создать с Настей и Машей конференцию, радио. Потом это все переросло в теле, благодаря Артему. За это ему огромное спасибо. Он вытащил из долгостроящегося канала «Цифра» такое легкое вещательное плавание канала. То есть в этом плане спасибо ему огромное. Все-таки он канал поддерживает в плане вещания. Ну и мы решили где-то еще в феврале, представляете, в феврале этого года конференцию. Но почему делать не стали? Они готовились к Евровидению. Тогда это все было секретно-секретно. В марте об этом уже стало говориться в прессе, объявил телеканал «Россия». Мы с Машей решили, с Настей решили, и Машей, почему бы не сделать конференцию? Да, да, конечно, все там. Но дело в том, что вопросы, безусловно, их там сейчас 1000-2 в базе данных, там просто уже... Не знаю, скоро память закончится. Периодически они, конечно, выкачиваются, там что-то старое удаляется, новое добавляется. Вопросов, ну, просто множество. Но у них экстренно начали там какие-то репетиции, жили они в Москве, встречались, наверное, раз, два, три, когда я был, собственно, тоже в Москве. И потом они уже уехали... На Евровидении. У них там тоже были репетиции, в скайпе там, может быть, раза два в неделю поболтаем,
у них там все, и тренировки, и отдых, ну, сами понимаете, какие-то презентации, тоже конференции, там иностранные, там какие-то гости задавали вопросы. Ну и потом думаю, ну, приедут они с Евровидения, каким-каким местом, потому что, сами понимаете, политическую ситуацию на тот момент, да и сейчас тоже она не очень. И думаю, ну, давайте на лето перенесем. Пускай они там отдохнут, ну, где-то в июле. Ну, подумали, в июле, ну, никого не будет. Никто не сможет посмотреть конференцию, все на отдых. Мы перенесли на 28 на август, а потом уже на 28 августа. Ну, я про 28 августа чуть позже расскажу. В итоге мы перенесли на сентябрь, сначала на 6 сентября, но опять же не получается, так как мы все встречаемся в Москве, они будут выступать на дне города, и поэтому не получится ничего сделать. И вот конференция где-то будет у нас в сентябре. Как я стал представителем, мне они предложили. Я не отказался. Все-таки с ними знаком уже довольно-таки долго. И общаемся и по телефону, и по скайпу, и ВКонтакте, и вообще где возможно. Каждый день. Каждый час, может, даже. Да. Ну, я говорю, это все переросло не просто в какое-то знакомство, а что-то более. Ну, все позже скажу, опять же. И вот, собственно, вот так вот у нас получилось. Появился у них официальный сайт, появились какие-то представительства в интернете. У меня просто заваливают ежедневно письмами о новых песнях, приглашения на концерты, корпоративы. Но, конечно же, не на каждое приглашение соглашаются Маша и Настя, так как у них сейчас 11 класс ЕГЭ. Я знаю по себе, что такое ЕГЭ. И поэтому они сейчас, наверное, приостановят все-таки свою концертную деятельность. Но, может быть, с февраля они ее точно остановят уже полностью, потому что там, сами понимаете. Ну вот и все. Хорошо. Ну и под закусочку, наверное, куча остальных вопросов. Вот я так. Ну тут много еще, кстати, вопросов не знаю. Очень много, да. Ну я не все буду задавать, потому что некоторые они даже в эфире вроде как появление их не совсем этично. Что это сказать? Нет, стороны? Например, Дмитрия Трофимова не все вопросы. А, ну не все вопросы. Ну, например, как относится канал Микс движения НТК Соло Си ТВ? Ну в принципе про большинство каналов уже было рассказано. По ну движению. Да, Микс движения НТК. Хорошо. Соло Си ТВ, как к ним относятся многие ИТВшники, плохо. Ну, что там, на Юргенсона смотреть, который молодежная 10-минутка. Си ТВ, это, я так понял, Мачарадзе, Дмитрий, да? Ну, тоже там что-то, какая-то пародия, что ли, на РЕН-ТВ. Я что-то не понял. Ну, в дизайне, в логотипе. Окей, ну тогда вот... Вот о таком вопросе поговорю, потому что тут остались вопросы, я из них попытаюсь некоторые вопросы обобщить. Вот, например, об отношении к такому паблику, как Лимонадный Киоск. Вообще, что он в вашей жизни? Нет, ну, как я могу, что я могу про нем сказать, о нем сказать? Вообще, что для вас Лимонадный Киоск? Что, у меня Лимонадный Киоск, это... Страница, где оскорбляют все живое и неживое. То есть позитивного там ничего нет. Я ничего не вижу там позитивного. Какие там моратории, там на Трофимовых, Шабанковых, Ильяшевых, каких-то там Турлаевых, что-то я что-то там такое, знаете, пробегали, что-то фамилии какие-то отложили в голове. Я вообще не понимаю, зачем это все делать. И для чего? Тоже не понимаю. Поржать? Ну, поржут там два человека, остальные поплачут. Потому что, ну, неприятно, если человеку о нем говорят плохое. Я понимаю, тот же самый Юргенсон, Мачарадзе, они просто еще не до конца понимают и осознают, что они делают.
Поэтому, ну не то, что там про них можно, а про там, остальных нельзя. Я просто не вижу смысла вообще в создании этого паблика. Зачем? Ну, а настолько ли такой серьезен этот паблик, что, например, как я понимаю, что все, кто находится подписан на этот паблик, забанены ВКонтакте? Забанены страницы, да. У меня? Да. Профиль. Да. Это правда. Большинство человек, которые находятся в этом паблике, они у меня заблокированы. А так или иначе, какая-то информация с моей страницы, вообще любого характера, она тут там же сразу же опубликовывается. Не только там. Это и какие-то там какие-то РНТ с твердыми знаками, какие-то там еще, там что-то там, какие-то еще были паблики, не знаю. То есть поэтому, дабы не было утечки информации о моей личной жизни, я заблокировал большинство пользователей, да, которые находятся в лимонадном киоске. Ну, если вы не поняли, дорогие зрители, я тоже нахожусь в лимонадном киоске, я тоже заблокировал. Нет. По-моему, я заблокировал. Нет, нет, уже давным-давно не заблокировал. Ну, я просто хочу проверить это, потому что этот... Потому что до этого вот именно договариваться, ну, до этого было это плохо. Давно еще было, в то время, еще когда вы брали мне интервью про цифру, угу. Я еще тогда вас удалил, это я, наверное, опять же, по ошибке добавил вас. Нет, я до сих пор вот, я могу сейчас кинуть ссылку, вот, собственно, в скайпе, вот до сих пор мой профиль заблокирован. Да. Прошу прощения еще раз. Ну, просто вот такая вот, давай интересная ситуация. Просто дело в том, что у меня есть, да. Это ваше. Ну, все понятно. Потому что вижу я незнакомую какую-то фамилию, да, имя. Вроде вас зовут иначе. Да. А там как-то... Ну, вот. Да. Ну, как повелось просто на этой странице, так и повелось. Хорошо. Вот, оставлю в избранное. Ну, насчет, по-моему, я, как сама цифра навещала в те времена, когда она цифра плюс R была, это я уже, в принципе, спрашивал в другой программе, вы это потом можете в периметре увидеть. Наверное, где-то в сентябре, в октябре, когда уже будет готова графика, тогда, собственно, периметр и выйдет. Там увидите. Поэтому сейчас я выберу какой-нибудь интересный. А, еще не вышла программа. Нет, она не вышла, потому что сейчас новые сезоны, как вы знаете, всякие графики, другие, должно быть. Хорошо. Так. Ну тогда, по-моему, еще была цифра R-Media. Да, вот как раз цифра R-Media. Угу. Сейчас R-Media нет. И вообще как-то ее смысл тоже продвигать нет. Надо объединились. Все хорошо. Так, ну и, наверное, вот два последних вопроса будут от Влада Федотова. Первый вопрос. Как вы относитесь к советскому российскому року, а также электронной музыке? Советскому и что? А и советскому и российскому року. Рок. Как? Ну как? Я не слушаю рок. Электронную музыку? Электронную тоже. Ну и тогда в заключение вопрос от Влада Федотова, который абсолютно все зацикливает, закругляет. В чем смысл жизни? В жизни. Сама жизнь. Вообще, это короткий ответ. А длинный ответ, это можно об этом размышлять долго, очень-очень долго. И порой задаешь себе вопрос, а зачем мы живем, если мы умрем? Но будем жить. К сожалению, 9 дней назад из жизни ушла моя бабушка. Я себе, наверное, уже в течение этих дней задаю этот вопрос. Вот так вот. То есть мы будем жить и будем
держаться, будем что-то делать, не унывать. И я надеюсь друг друга не оскорблять. Ведь все-таки в напряжении жить тяжело. Я знаю по себе. Я вообще, в принципе, не вижу и не понимаю, зачем вот эти, опять же, вот возвращаться к всяким лимонадным киоскам, пабликам, оскорблять. Зачем вот оскорбляете вы человека? Что вам он сделал там плохого? Ну, сделал он плохого. Ну, оскорбите вы его и забудьте про него. Или вообще не обращайте внимания. Не надо отвечать тем же. Вас оскорбило. Ну, заблокируйте его, и все. Что я и делаю, собственно. Написали там что-то про меня. Я заблокировал про этого человека, забыл. Потому что я не вижу смысла на него тратить свое время, свою жизнь. Опять же, я его там, например, не знаю. Опять же, возвращаться вот к этому человеку, который скрывается под женскими, то под мужскими, то под женскими именами. Вот он вот знает, в чем смысл жизни? Мне кажется, нет. В общем, что я всем хочу сказать, так сказать, заключительное слово. Поменьше сидите в интернете, побольше общайтесь со своими родными, близкими, потому что время идет, жизнь идет, кто-то уходит из жизни, кто-то рождается новый. И живите в доброте, не в негативе, в мире и согласии, не знаю, даже можно так сказать, по-разному. Вот. И кто человек верующий, читайте Библию, поможет как-то вашей душе в будущем, я думаю. Вот. А смысл жизни, в чем смысл жизни? На этот вопрос можно ответить, наверное, лет через 60. Вот тогда я точно могу дать вам ответ. В чем смысл жизни? Я думаю, никаких концов света и войны не будет. Мы все выживем. И да, там на этом возрасте. И может быть даже пообщаемся через 50-60 лет. А почему бы и нет, собственно? Конечно. Хорошо. Ну и в заключение, в четвертом сезоне я хочу возобновить такую интересную традицию второго сезона. В том, что объясняю сразу. Возможно, когда-то через год, 5 сентября 2015 года захочется пересмотреть вот этот градиент. Ну, пускай вот так вот, через год. Вот что бы хотелось сказать вот Михаилу Шибанкову в 2015 году? Может быть, какой-то совет? Эту программу. Да, нет, именно прям вот совет дать себе из будущего. А, вот сейчас, да? Вот да, сейчас какие-то скажу, пожелания. Какие-то. Смотрю через год это, да? Да, да. Ну, не знаю. Совет Михаила Шибанкова из будущего. Не знаю. Это, знаете, надо к этому готовиться. Надо да, ну, просто вот что. А вот так вот сразу самому себе что-то сказать на будущее, это прям... Дело в том, что я такой человек, я живу сегодняшним днем. Уже, в принципе, я этих правил... придерживаюсь давно, то есть я не загадываю что-то заранее, как получится, так и получится. Ну, хотя бы передать привет самому себе. Вот, я, да, передаю привет самому себе, 2015 год. Как бы это странно сейчас не звучало, да? Чего бы и нет. 14 год. Через год, я надеюсь, все будет хорошо, все будут жить в мире и согласии. Ну и чего мы, собственно, все друг желаем. Все помирятся и не будут... никого оскорблять, жить своей жизнью, опять же, я это уже все говорил. То есть, ну, я надеюсь, мы будем чуточку лучше жить в будущем году.
Ладно, спасибо большое, Михаил, что были с нами на эти даже практически даже уже больше, чем 2 часа. Спасибо большое. Это было. Я вообще человек, люблю так поговорить по душам. А у нас, в принципе, я думаю, душевный разговор получился. Ну, жалко, конечно, не в прямом эфире, но я представляю, что было бы в чате. Но все равно получилось много, много интересных вопросов, много таких даже неудобных вопросов. Ну все, ответьте. Я надеюсь, многие люди, с кем я не знаком, останутся обо мне лучшего мнения, чем им говорили обо мне. А другие люди, с которыми я не очень хорошо общаюсь, так получилось, к сожалению. Вот я думаю, многие поменяют обо мне мнение, потому что самому неприятно видеть, как незнакомый тебе человек от каких-то третьих лиц говорит о тебе плохое. Хотя ты с ним вообще абсолютно незнакомый, видишь его впервые. Вот. Ну, не судите и не судимыми будете. Окей. Ну хорошо, ладно, всем спасибо, спасибо большое. Большое. Да. Всем спасибо большое, это был Градиент, встретимся обязательно через неделю. Я уже надеюсь, что в прямом эфире мой замечательный провайдер разблокирует YouTube и убедится в том, что YouTube это не только экстремистское содержание, но и миллионы самых позитивных для здоровья роликов. Ну и да, да. Ну, поэтому всем с вами прощаюсь. Ты говорю, до свидания, говорит бабуська, и до следующей недели. В следующей неделе тоже ждите очень интересного гостя. Пока!